Долгие годы дети из отдаленных деревень Сланцевского района добирались до городских школ на рейсовых автобусах. Некоторым из них, например, из деревни Черно, приходилось каждый день проходить по 3 километра до автомобильной трассы и столько же обратно. Сланцевское отделение партии «Единая Россия» в течение всего года пробивало в областном правительстве выделение школьного автобуса. И хлопоты эти не были напрасными. Автобус закреплен за 6-й школой, поэтому по списку в 6-ю школу будет ездить ежедневно 14 человек. Так как автобус имеет 22 места, из них 2 сопровождающих, то максимально мы можем везти 20 человек. И поэтому приняли решение, что в 3-ю школу будут доставляться из Чернавского сельского поселения три школьника, которые не успели купить проездные билеты. А дальше будут приниматься решения на следующий месяц, в январе месяце, кто из третьей школы будет ездить. Школьный автобус будет теперь находиться на балансе 6-й школы. Вот уже вторую неделю автобус забирает детей из Черновского поселения и привозит их в город, в школу, а после уроков развозит по домам. Руководство Сланцевского отделения партии «Единая Россия» сейчас старается, чтобы такой же автобус появился и в третьей школе. На сегодняшний день мы свои обещания выполнили. Автобус школьный закуплен, работа началась, и в понедельник и вторник были осуществлены первые рейсы. В понедельник было доставлено 4 человека в 6-ю школу. Во вторник уже работа была проведена более организованно, и 20 человек на автобусе были доставлены в школу. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы организовать расписание работы автобуса таким образом, чтобы это было максимально удобно и для детей, и для родителей. Каждая семья, чей ребенок добирается до города на школьном автобусе, теперь ежемесячно сможет экономить 550 рублей, которые раньше приходилось тратить на проездной билет. Дети пока еще привыкают к новому графику своих перемещений, но в одном согласны все. Теперь добираться до школы им гораздо удобнее. Мы едем в автобусе школьном. Я езжу уже второй раз, да. Мне понравилось здесь, что здесь очень все организовано. Пристегнемся в ремни, ложим свои вещи на специальную полочку. Все видите довольны, улыбчивые лица.